to the next battle. Салют, друзья! У микрофона New Vertal, а значит, вы слушаете очередную, третью часть подкаста «Ликер». Сегодня снова будет много разноплановых работ. Первая часть выпуска согреет вас грядущей зимой. Вторая, возможно, поддаст холодка. Но концепция остается неизменной. Самые красивые, глубокие и интересные работы отечественной драм-н-бейс-сцены в ближайший час. Погнали! Встретили вас Flashback FM и Arkemi Never Let Me Go. Трек вышел в августе на лейбле Digital Blues на эпике ребят. Совершенно потрясающий релиз, играю почти все треки с него. Beside me. Oh, yeah.
Трек выйдет датировочно в конце января в составе сборника Total Indifference LP на лейбле Celsius. Также Женя сообщил, что ведет работу над своим четвертым лонгплеем. Намерен подписать его в 2018. Будем ждать. Flashback FM и Argaming, you know. Это следующий трек с той же эпишки. Это Кирилл Снов и его трек Street Love. Войдет в состав компиляции Magic Gold на Life History. О ней тоже расскажу чуть позже. Классная винтажная атмосфера. Респект. Играет совместный трек Жени Нелвера и немецкого музыканта MT. Вышел он 30 октября на лейбле Celsius.
снова заиграли Flashback FM и Артемий. Do what you want. Знаете, я не представил музыканта Артемия. На самом деле он уже мелькал в подкасте под псевдонимом Alter Scale.
новое лицо в подкасте Defect Theory с треком Somewhere Else. Парня зовут Данил, он из Владивостока. Больших планов пока не строит и будет прокачивать скилл.
Alibi и Common Strange Ahead of Me. Вышел на Sun and Bass Recordings летом. Alibi — это два бразильских музыканта, так что на них мы не будем акцентировать наше внимание. Ну а с Алексеем мы хорошо знакомы. Готовится дропнуть трек от проекта Green Vibes Massive.
Everybody's looking for someone в ремиксе Озмы. Он не новый человек на сцене, а с недавнего времени активно разрабатывает.